Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топик Геймс, и мы в игре Last Day Rules of Survival. Получается идентичная игруля, ровно как Rust ПК-шный, только это на мобил уже можно скачать и наслаждаться, как говорится, на русском языке вышло. Я качался очень долго, и в принципе, все, что там накачал, можно так сказать, что у меня сгорело, потому что там сервак перезагрузился, и все, что сейчас у меня есть, я попробую сложить в ящики. У меня уже много чего, конечно, появилось. Я в сегодняшнем видео хочу построить свою халабуду, вот эту вот каменную. Надеюсь, что у нас все получится. Но прежде чем что-то делать, нам нужно, конечно же, выполнять задание. Вон у меня в левом верхнем углу изготовить печь и разместить печь. То есть это у нас уже должно быть доступно. Сейчас у нас все, что нуждается для печи, есть, только оно лежит в ящиках. Создаем печечку, нам придется подождать целых 15 секунд, но это не беда, зато нам будет доступен крафт многих вещей. То есть теперь мы сможем крафтить вот этот вот, с помощью можно получить базовые материалы. Короче, это порох, ну и после того, конечно же, порох можно будет делать пули, патроны, так как они еще недоступны, нужно будет чертежи выбить. Ну а печь уже закончена, сейчас мы ее должны где-то найти, она где-то появилась, вот. На панель, конечно же, нужно выставить. И точь-в-точь, как в Расте, ребят, мы попробуем, конечно же, это все дело вот здесь поставить. И теперь можем использовать ее. Давайте древесину сразу же закинем. Ага, это не сюда, вот сюда нужно древесину. В принципе, топливо. Давайте топливо закинем. И теперь можем перерабатывать, конечно же, и серу нашу, и, конечно же, руду. Только нажать активировать, и пошло. Конечно, пошло горение. Не забывайте, что в шкафчике тоже должна быть древесина. Камень обязательно, если мы хотим каменную базу, обязательно должен быть камень. 371 час у нас там все еще может база стоять до того, как начнет гнить. Поэтому использовать. И давайте древесину вот так вот, как на уголек, пускай перерабатывается. Уже вот готовые ресурсики у нас появились. Очень вкусно, очень интересно. Ну и в дальнейшем, конечно, будем использовать. Сейчас давайте выйдем на улицу и попробуем. Надеюсь, нас там никто не ждет. Да, вышли на улицу и будем пробовать фундамент. То есть не трогаем, чисто улучшаем стены до, как говорится, второго уровня. И вот такой у меня халабуда. Пока что такая. Потом увидим, что мы дальше поделаем. Обязательно. Снимаю с мобильного устройства, поэтому немножечко тяжелее, чем на ПК-шке, ребят. Но я думаю, что это временно. Вот так вот. Это уже как бы намного неприступнее, чем раньше. Каменные стены уже выглядят намного круче. Так, фундамент пока не трогаем, но хотя нужно и фундамент тоже заняться, в некоторых местах можно подлезть под низ, и, конечно же, фундамент наш, ребят, не устоит, и не знаю, в Расте, конечно, можно деревянные стены рубашить простым топором, здесь же это пока что недоступно, мне чуть-чуть камня не хватает, но теперь я сейчас посмотрю, что у нас тут изменилось, 41 час всего лишь. Теперь будет стоять наша база. Ну, давайте закинем камень. И я буду, наверное, сейчас выполнять дальше. Развести костер и разместить костер. Именно так выглядит следующее задание. Я думаю, что именно древесина для костра нужна. И больше ничего. Давайте зачекаем. Да, так и есть. 8 секунд. То есть без особых проблем у нас тут развитие проходит по такой вот короткой инструкции. Вам практически все дается, что нужно. Очень удобно. Каждый человек, который только недавно начал играть, сразу же может, в принципе, довольно неплохо развиться. Давайте костер возле, как говорится, спальника, чтобы теплее было. Ну и на костре можно использовать ту же древесину. Только вот я не пойму, вот это тоже, что с ним делать? Ну давайте приготовить, только что. Просто, без ничего, банку приготовить. Может быть, что-то и получится. Давайте посмотрим, что у нас в ящиках. Ящики пустые, поэтому можно что-то выложить. Все вещички, которые я здесь нашел, конечно, лучше всего переработать. Наверное, этим я и займусь в ближайшее время. Сейчас мы используем те чертежи, которые капкан теперь нам доступен. То есть я чертежи понаходил на дороге. И так, дальше, что нам там? Лестница доступна, неплохо. Дальше используем это
Холодильник, не знаю зачем, но он и... Ну и, конечно же, ковер. А вот эта лампа у нас уже была. Поэтому я, наверное, бросить, не знаю. Пока что она нам не нужна. Ну, а то, что у меня там есть, давайте сбегаем и попробуем это переработать на более важные ресурсы. А не-не, хотел посмотреть стеллаж. Что делает стеллаж? Пока что закроемся. Стеллажик быстренько возьмем. Вот он, панель. И только с панели мы сможем его, конечно же, поставить. Давайте вот возле двери. Мне так кажется, что стеллаж, в принципе, здесь ненужная вещь. Хотя, блин, там доступ к ящикам будет очень тяжелый. Вот здесь стеллаж я поставлю. Вот так вот. И теперь скрафтить несколько бы нам, ребят, ящичков, которые доступны только с крафтом чего? Конечно же, нашей древесины. Хотя уже ноль, вы видите, наша база начала гнить. Но мне ящики нужны очень сильно. 2, 3, 4 ящика. 3 штуки давайте ящика. Быстренько назад положим древесину, чтобы у нас гниение базы прекратилось. 46 часов. Так, есть у нас. Я так понимаю, что наши ящики можно ложить. Да, так я и думал. На стеллажик. Очень удобно. Прикольно. Второй этаж. Ну и надеюсь, что третий. Прикольно. Ну-ка, ждем. Там 8 секунд нужно было подождать. Четко, ребят. Вот оно. А вот переместить, я не знаю, можно ли переместить все, что у нас. Так, это не то. Переместить ящик тоже можно. Круто, ребят. Вот так вот. Места намного меньше. Я не знаю. Все, пока что. Я не буду ничего делать. Это, наверное, надо забрать, так как оно тут будет валяться, очень сильно мешать. Все, я поехал, ребят, в местечко одно. Я вам покажу его на карте. Я его обозначил для себя двумя кранами, которые там очень вблизи стоят. Ну, если вы видите, газ стейшн. Вот оно. Вот именно сюда я и отправляюсь. И именно там у меня есть. Я специально так неподалеку построился. Краны видно вообще, вон, видите, сдалека. И именно я знаю, куда идти. Пока ночью у меня не было, тут построился какой-то мужичар, не знаю, попробую, конечно. У меня есть глок. Хорошая ли идея с глоком тут шастать, не знаю. Но у меня получилось убить с одного удара пацана, который на меня напал с глоком. Он меня вообще добил, 8 хп оставил. Но я его битой один разочек торкнул, и все. Получился топ. Добыл также топоры. То есть здесь железная руда сходу добывается. Железная руда, древесина, все, что нужно, добывается по дороге. Надеюсь, что мы никого не встретим, потому что это может быть печальная история. У меня там есть что перерабатывать, всякие транзисторы. Пока что они мне пока что не нужны, поэтому я их и переработаю. Единственное, что маску можно одеть. Может быть, она какую-то защиту дает. Вообще никакой. Чисто будет как респиратор. Ну, для красоты я ее одеваю. Идем на маячок. Можно проверить здание. Кстати, в этих зданиях тоже рисуются всяческие ресурсы. Зашел, посмотрел. Если ничего не отсвечивается, значит, ничего здесь полезного нет. Отсвечивание должно идти. Ничегошеньки здесь нет. Вот так вот я глок и нашел, ребят. Ой, глок. Патроны на глок нашел. Так вот. Зашел, был ящик, отсвечивался. Нашел целых 8, по-моему, или 6 патронов на глок. У меня вон 5 еще осталось. Отличненько. Мы идем. Мы идем к тебе. Здание. Вот уже видно, куда нам нужно идти. Ну, вернее, куда мы идем. Так, здесь довольно-таки нелюдно. Никогда еще не встречал я здесь никого выжившего. Мне кажется, что это очень круто. Потому что в таких местах станок вот этот переработочки, который дробил. Ух ты, нифига себе. Не встречал вот. Не встречал один, да, блин? Схватка, блин, жестко. Ах ты ж собака, сутулый. Ну чё ты, тебе не сиделось, да? Видите, он бежал, очень давно за мной бежал. Давайте заберем все, что у него есть. Вот этот топор крутой у него есть, железный топор тоже забираем. Забираем. Корпус автомата у него есть. У него есть там доспехи. Охи. Охи лохи, ребят, здесь ходят. Давайте перезарядочку, у меня 6 патронов. Блин, там еще один, представляете? Я не знаю, как теперь тут
Накаркал самому себе, блин, на выстрелы пришел, пацан. Я не знаю как. Давайте снаряжение сходу. Да, бегает. Собака сутулая. Нужно немного отбежать. Хилиться пока что мне нечем. Я боюсь скидывать в дробилку свои вещи, потому что если они будут... Так, у меня тапочек нету. У него тоже не было. Жесть. Тут тапки вообще тяжело найти. Очень тяжело. Бросить. Я думаю, что здесь ему и место. Ну что, остальное все в дробилку, ребят. Я думаю, что прочность его брони не такая уж и высокая. Можно выбросить простой топор. Сюда поставить крутой топор. Да, ну ладно, будем рисковать. Сейчас мы будем перерабатывать вещички. Ну и заодно следить за этим всем, использовать. Вот шкура, вот это вот. Тоже все на аптечки пойдет. Все на аптечки пойдет. Так, в дальнейшем, конечно, я не знаю, что именно здесь крутое, что именно здесь не сильно крутое. Перерабатываем самые такие пока что ненужные вещи, а в дальнейшем мы все посмотрим, конечно же, изучим. Все, вот так вот она шумит. И вы понимаете, что здесь могут быть везде враги. Очень много врагов. Опа, вон и идет один. Зря я выстрелил. Да, конечно. Печалька обидная, если он сейчас выйдет и просто огреет меня. Нужно быть очень внимательным. Фух, напряжение здесь знаете в чем? Интерес в чем? То, что здесь есть куча выживших. И вы можете получить звездюлей с любой стороны. 60 хп не так уж и много. Нужно будет дождаться, пока вот эта жужжалка перестанет жужжать. Опа. Забираем все. И валим к себе на базу. Потому что других вариантов нет. Сейчас я, надеюсь, добегу без никаких проблем на базу. Сражение здесь, конечно, присутствует. Не так уж и легко сражаться, ребят, с телефона. Но я, потому что не привык. Сейчас мы ставим отметочку «Домой бежать». И все. И отправляемся чисто домой. Нигде не останавливаюсь. Ну, разве что срубить несколько хороших вещичек. Мне нужен сейчас камень очень сильно. Надеюсь, что никто за мной следовать не будет. Камень добывается вот этим топором. Чем лучше топор, ребят, тем быстрее камень добывается. Тем меньше нужно ударов нанести камню. Тем меньше нужно ударов нанести вашему дереву, которое вы рубите. Короче, мне нужно все. Чем больше у вас имеется, тем больше у вас, конечно же, возможностей в этой игре. То есть фарм, бесконечный фарм, ну, конечно же, скрещен, вплотную идет с PvP сражением. Rust Mobile, круто, мне нравится, ребят, со всей силы пока что уделяю много внимания этой игре, потому что нужно наиграть целых 48 часов, приготовить любую пищу, блин, только увидел, поэтому нам нужно сейчас, наверное, охотиться. Охотиться на любое животное, которое только здесь есть. Как только тебе животное понадобилось, я тебе скажу, что вообще ни одного в округе нет. Жесть. О. Ну, придется побегать. Тут животные не пугаются вас, но они убегают. И попасть по ним очень сложно, так как нужно, чтобы выделывался его ник. Куда он побежал? Вон. Ого, долго его буду долбить. Но зато с него мясо цепанется очень многовато таки. Мне нужно приготовить пищу с тебя, олень. Поэтому извини, ты сегодня моя пища будешь. Ох ты какой. Я думаю, что еще мне повезло, что я там убил кого-то с глока. С таким-то прицельным боем, как у меня есть. Я так понимаю, что вот эти черепа, которые у меня есть, я могу украшать свою базу и типа показывать тем, что я крутой парень и ко мне лучше не лезть. Сейчас мы это все сделаем, попробуем. Кстати, вот это вот с утра еще было деревянным, уже каменным. То есть парень тоже играет. 5 мяса. Ну то есть я возьму его, чтобы сожрать. Ну что, ребят, мы дома, самое главное, что мы дома, чекаем, что можно здесь сделать. Даже с банок приготовилась какая-то еда, тем не менее, я хочу
Так, я не понял. Приготовить. Нужно, наверное, забрать сначала, потом мясо приготовить. Ну, давайте вот это приготовить. Приготовить. У нас всего лишь там 19 секунд. Давайте посмотрим, что это вообще приготовилось. Возможно ли его жрать? И череп. Вот интересно. Вот, черепа. Это всех убитых ребят. А что, у меня их пару штук, что ли? Нет, все-таки у меня только один человеческий череп. И я так понимаю, что какая-то белиберда приготовилась. Что это? Невкусная еда. Не знаю. Не знаю, что она добавляет. Ну, давайте, может быть, ее на панель выставим. И посмотрим, что она дает. Невкусная еда. Она совсем чуть-чуть добавляет нам здоровье. Совсем чуть-чуть. То есть, это самое отстойное, что может быть. Лучше ее переработать. Так. Тоже невкусная еда получилась. Да ладно. Мясо должно быть. Приготовить. То есть здесь тоже рецепты какие-то. Ого, ребят. Здесь тяжелее. Я играл на сервере, на котором готовилось, если мясо, то мясо. Вот здесь какая-то невкусная еда. О, ну мяско, наверное, это вкусная еда. О, мясо нормальное, блин. Мясо крутое. Что здесь петрушится? Ага, там... Уголь, ну, в принципе, можно остановить. Давайте сразу же сюда серу. Отлично. Забираем самые уже крутые. Ну и, в принципе, активируем. Пускай перерабатывается. У нас, ребят, все идет в топе. Настало время завершить фундамент. То есть, улучшение с потолка. Ой, каменное здание. Отличненько, ребята, отличненько. Вот это мне нравится. Ну и все самое интересное отправляем туда же. Я так понимаю, сейчас у нас должно быть куча времени на то, чтобы выполнить хотя бы еще одно задание. Потому что задание здесь тоже очень... Найти ящик с провизией. Ого, это очень тяжело. Я думаю, что это мы будем уже делать на следующем видео. Давайте немного топоров оставим, потому что если сольют, то все. Это будет беда. Я-то вот это оставляю. Ну, в принципе, вещи самые такие оставляем. Давайте два топора оставим. Один у меня в руках. А, не, мы уже оставили один. Вот так вот это все будет выглядеть. По-другому я не вижу смысла с собой носить крутые вещи, на которых замочек висит. Это вещи, которые с меня выпадать не могут просто никаким образом. Поэтому топово. Топово. Сейчас мы перезарядим наш пистолет. Как раз пульки туда уйдут, сам пистолет. Ага, то есть или 4, или 1. Понял, лучше 4. Потом еще один раз смогу выстрелить. Ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Вы обязательно влепите под ним лайкосик. Не забывайте. Ой-ой-ой-ой-ой, выстрелил. Нужно убрать пистолет. Нечаянно выстрелил. Не забывайте лайкать и подписываться на канал. Ведь это, блин... Очень крутая игруля, я надеюсь, что мы будем ее снимать все чаще и больше. Всем удачи, всем пока и увидимся уже в следующих видео.